Всем привет! Всем привет! Мы продолжаем играть в игру Merge Dragon, соедини драконов. И буквально вот, смотрите, сейчас я вам покажу, буквально через 2 минутки мы сможем получить сундук логова. Итак, смотрите, на этой неделе сундук логова сможет получить у нас сколько? 17 человек из нашего логова. Все, кто набрал 50 драконьих сил. То есть 50 дракончиков, не обязательно 50 дракончиков, за соединение драконов первого уровня дают, за получение дракончиков дают один листик, да? Второго уровня там уже по 3 дают листика и так далее. То есть все вот эти люди, они получили вот эти минимум 50 очков и смогут претендовать на общий вот этот сундук 5 уровня. Вот сейчас мы посмотрим, что же в нем находится. Буквально осталась 1 минуточка. Пойдем, наверное, в лагерь. Он же нам туда в лагерь упадет, этот сундучок. Сейчас. И там мы его подождем. Вот как раз придем в лагерь. Вот у нас сюда он как раз упадет, этот сундучок. И будем смотреть, что же он нам даст. На прошлой неделе у нас был сундук 4 уровня. Да? Поэтому очень интересно посмотреть, что же будет в сундуке 5 уровня. Видишь, какие молодцы. Таня вообще 5935 драконьих сил набрала. Оу! Танюша 2913, смотри. Мара 1663. И мы потом будем соединять драгончиков, которые мы вылетим. 14, 12, 12. Да, чтобы набрать на следующую неделю сундук. 10, 9, 8. О, волшебник летит. Что волшебник нам предлагает? О, могилу прощенного. Так. 1 секундочка осталась. Ух, поиск обновлений. Теперь нам показывают, что можно можно собирать следующий сундук. Сейчас он делается. В прошлый раз тоже так было, не сразу. Надо немножко подождать. Могила прощенного у нас есть пока. Сейчас мы буквально дождемся этого. Пока мы собираем. Есть? Нет еще пока. А как понять? Он будет, выскочит. Кстати, в пятницу у нас начнется событие «О, елочка», в котором, смотрите, какой интересный приз. Сказочный снежный шар. Такого у нас еще нет в лагере. Поэтому мы хотим очень пройти это событие и получить это. Так что давайте вместе в пятницу начнем. Или в субботу посмотрим. Потому что в пятницу у нас Рождество. Как-никак, да? Может быть, мы будем отмечать Рождество, и тогда будем снимать в субботу. Посмотрим. Итак, ну что, спекли нам сундучок? Давай посмотрим. Кнопка «Получить» должна появиться. Видишь, все обнулились, все данные обнулились. Вот, сейчас нету. У нас будет сундук? Давай мы пока будем на следующий зарабатывать сундук. У нас сундучок будет, мама? Ну, конечно, будет. В прошлый раз он тоже не сразу появился. Немножко подождем. Так. Так. Сделаем дела своим. Так, так, так. Давай дракошечкой поделаем, посоединяем то, что у нас не соединилось в прошлый раз. О, подарки получим. О, еще одно яйцо. Супер, супер, супер. У нас уже, смотри, второй еще половинки не хватает, чтобы яйцо было новое получить. Так, вот, давай разберем вот эти гнезда. Давай одно гнездо разберем. Тут как раз будут яйца. Давай. 4, 5, 6. О, как уточки дал яйцо, ты посмотри. Так, во, сколько яиц. Так, вот 5-е, смотрите, это, да? Вот 2 листика, да? Вот смотрите, 2. Это уже пошло 2 очка на следующую неделю. Так, еще. Вот, поэтому мы, когда прошли события, мы это не делали. Потому что уже был собран у нас сундук 5 уровня, и мы решили, что мы оставим это уже на эту неделю. Потому что какой смысл? Вот, уже получаем тогда на следующую неделю, пока сундучок печется. Сундучок печется, печется. Где же ты, сундучок наш? Есть уже. Да, пойдем соединять пока дракончиков, то, что мы не сделали. Так, здесь 3, здесь нечего. Код дракончиков пока нечего соединять. Потрясающий.
тоже. Сейчас пройдемся по всем. Второй уровень, сказочный. Просто насобирались некоторые дракончики. Костюмные тоже пока нет. Водные дракончики нет. Морские. Три, четвертый. Сколько четвертого? Раз, два, три. Три пока, да? И здесь этих три пока еще рано. Плетеные рано соединять. Купидончики рано. Восход тоже. Выгоднее всего по пять соединять, поэтому мы не соединяем пока по три. Так, жуткие тоже. Черепашки нет. Сейчас пройдем. Вот, 5 есть. Вот этих друг. Видите, по 2 дали, да? По 2. Теперь второго уровня, если соединять. Уже по 8 очков. И получили впервые дракон шут 3 уровня. Замечательно. Есть. Дальше самбо 1 уровня. Опять. Вот, по 2 очка. Дальше. Тут второго уровня. Что-то сейчас. Третьего. Сейчас. Иди, пожалуйста. Ну. Воп. А, это сезонный сундучок. Сезонный. Соединили дракончиком. У нас еще нет этого сундука. Посмотри. Вот только такой сундук. Ой, я нажала случайно сюда. Ну, Артур, ну. Зачем я тут звездочка? Ну, вот сюда случайно нажала. Так, соединяем дальше. Так, тут не буду соединять. Так, тут вот 5, 3 уровня. Сейчас посмотрим, сколько очков дадут. По 25 очков дают сразу. Да, прекрасный дракон джунглей получился. Вот я уже набрала 80. Смотрите, видите, как просто набрать 80. После событий надо просто соединять. Но пока нету еще сундука. Еще пока не дали. Надо какое-то время, чтобы прошло, наверное. Так. Вот. В прошлый раз было, что-то довольно-таки быстро появилось. Просто выскочило, что теперь готов сундук. Может, в этот раз сундука не будет? Ну, здрасте. Куда ж он денется? Так, Зевс, друг. Так, здесь три сета дракончики. Ну, пока подождем. Анубис, Шейба. Десертный дракончик. Это что? Это дракон логова. Вот как раз мы получили дракончика логова. Смотри, такого яйца были. Феи дракончика. Пегас. Так, Мидаса. Одно яйцо нам как раз дало сейчас. Жизнь дракончика. Мудрый. Тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Здесь тоже три. Племенной. Вот племенной 5 можно соединить. Вот по 3 очка. Дальше горгулечка 5 можно соединить. Есть. И еще 5. Вот сколько у нас набралось. Так. И вот здесь 5 дракончиков. Это мы все не делали после события, чтобы сохранить. Видишь, травяной. Так, каменный, что у нас тут? Пока тут 3. И тут 3. Зелененький вот можно соединить малышей. И вот второго уровня. Есть. Так, 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 пятнистый. Вот по одному очку. Годится. Колючий. Вот 5 колючих. Големы. Ну вот, почти все мы уже прошли. Рухи, рухи, рухи. Тоже все по 3 только. И поганочка тоже по 3. А ну сколько мы... Нету? Сейчас посмотрим. Вот сколько нам удалось набрать. 108 очков. То есть 50 я набрала свободно, чтобы получить на следующей неделе тоже сундучок. Но пока еще, видишь, нету сундука. Ну что ж, давайте пока ждем. Все-таки пройдем следующий уровень. Пока я жду. Делать все равно нечего.
Морской бриз один у нас. Четыре нужно кубка, чтобы в него сыграть. Ну, давайте попробуем морские бризы. Вот такой один, я смотрю, вот такой островок. Один у нас. Что нужно сделать? Для победы создайте восстановленную статую. Соберите сырье золотого прея три раза. Соедините пять сразу грибов зеленых и исцелите всю землю. То есть надо внимательно исцелить всю землю. Вот я уже вижу, что вот здесь вот эти надо... Оп-оп-оп-оп-оп-оп, стоп, вот 5. Вот, наверное, доставать. Вот так вот. Так, и уже сделала ошибку, потому что мне вот эти яйца недоступны стали. Вот эти пока достану. Можно было вот эту травку доставать, чтобы вот эти были доступны. Так, грибы нам надо 5 сразу соединить. Хорошо. Будем соединять грибы 5 сразу. Вот 1, 2, 3, 4, 5 грибов я вижу. Я вижу 5 грибов. А где трава, которую нам нужно с нее? А вот, вижу траву тоже. Угу. Так, и травушку, муравушку. Мне нужно было как-то 5 этих травок соединить, наверное, чтобы вот эту тоже травку достать. А так я не смогу эту землю теперь открыть. У меня такой травы больше нету. Вот тут надо было внимательнее сразу посмотреть. Вот так, я думаю. Вот дерево. Вот давайте дерево это разберем на бревна. Надо было вначале головой подумать. Морской бриз. И с чем же он морской? Ну вот. Одни бревнышки у нас. И нам надо еще бревна, чтобы открыть вот эту вот территорию. Вот они. Как раз хватило. Вот тут такой сундук у нас большой. Давайте его откроем. Монетки. О, еще яйца. Это красота. Вот одно яйцо ставим сюда, чтобы можно было открыть. А второе туда. Давайте, давайте будем добывать теперь. Угу. Спасибо, да, дракончик. Давайте пойдем освобождать здесь все. Есть грибы по 5 нам надо соединять, я помню. Так, а драконовые семена соединяем, интересно, или проращиваем? Вот вопрос. Так, с грибов. Зачем мне с грибов? Мне с грибов не надо, с фиолетового цветочка собирай. Так, драконовые деревья у нас тут мешаются. Места больше нету, ну еще бы. Вот так вот, откуда ж нам взяться место? Вот, надо посоединять все вот это, чтобы место раздобыть. Так, вот такую скалу нам надо. Вот травку съесть. Вот, сейчас место мы добудем. Вот, вот еще одного дракончика получили мы. Там получили еще одного дракошечку. Годится. Вот так вот. А, вот тут я вижу, надо еще вот эта мертвая земля есть. Достали. Так. Так, камень, камень, камень это нам нужно. Вот сейчас. Зеленые грибы. О, первую статую разблокировали. Так, есть, есть, есть.
Вот сюда нам нужно опять открыть. Так, у нас три ножки. Нам нужно камень получить. Три ножки. Вот еще из этого сейчас получим. Вот нам нужно еще один такой. Сколько нам надо было с него собрать? Раз, два, три. Пока грибы соединим. Вот нам надо грибы было соединить. Вот два таких гриба. Есть. Первую звезду получили. Сколько нам надо было с камня три раза собрать? Ну да, чтобы открыть дальше тут вот территорию, нам нужен такой вот гриб. Вот. Вот такая штука нам нужна. Раз, два, еще одна. Дальше надо будет киноварное дерево. Есть. Три раза собрали с этого вот, с этой травушки. Есть. Вот гриб. Отлично. Теперь нужно вот такой гриб. Та-да. Есть. Теперь нам нужно киноварное дерево собрать. Росточки сейчас все соберем. Вот. Вот оно будет сейчас готово. Ну вот, смотрите. Собрали. Собрали все, что могли. Статуи. Раз, два. Три. Вот. Единственное, не открыли вот эту травку. Да, ее открыть по-другому невозможно. Дело в том, что нужно было с самого начала расположить правильно травинки, чтобы мы могли все сразу вот эти травушки забрать. Да, сейчас мы ее уже ничем не сможем открыть. Да? Поэтому заканчиваем уровень, к сожалению, с двумя звездами. Но ошибка была в самом начале, это очевидно. Надеюсь, что сундук нам уже дали, пока проходили этот уровень. Вот заодно прошли морской бриз на две звездочки. Можно будет потом попробовать его еще раз пройти. Так, здесь можно источник легенды за 25 самоцветов купить, между прочим. Получить семена драконового дерева и купить грибы яркосветники. Смотрите, вот на этом уровне можно. 6 уровня, между прочим. Сейчас посмотрим. Вот. Нет, это не то пока. Это не то. Вот мы прошли морской бриз 1. Новый сундучок запустить получили. Что у нас тут? Пока сундука логова нету. Пока нету. Ради чего пришли, пока еще до сих пор нету. Ну вот, наконец-таки, через пару часов сделали сундук, и теперь я могу его показать. Сундук логова готов, его уровень 5 получить. Итак, награда отправлена в лагерь. Давайте теперь идем в лагерь и будем смотреть. Так, вот мы в лагере. Не те сундуки. А, вот он. Вот он, какой красивый сундучок 5 уровня. Давайте будем смотреть. Так. Вот сюда я его поставлю и будем его здесь распаковывать. Так, предлагается нам какой вариант открыть? Либо бесплатный, либо за кристаллы. 400 кристаллов у меня нет, поэтому будем открывать обычный. Что здесь? Одно гнездо с яйцами дракона логова, 16 случайных яиц и случайных 6 предметов. Во втором варианте все в два раза больше. В два раза больше. Ну что, мы открываем то, что у нас есть. Ух ты! Посмотрите, как разлетелось. Случайные предметы – это неплохо. Смотрите, мне дали вот еще один такой вот водопой, с которого, кстати, золотые семена вылетают. Вот такая травушка у меня 5 уровня. Грибы, синебрюшники, кстати, тоже 5 уровня. И случайные яйца. Давайте посмотрим, какие-то есть необычные в этих случайных яйцах. Дракона шута мы знаем, самбы. Вот этот дракончик, скелет дракона. Вот у меня что не было, по-моему, это вот такой. Яйцо дракона Терры. Вот мне кажется, такого у меня не было, дракончика. Потом мне дали вот цветочек, я вижу. Вот такие призменные цветы 5 уровня. Еще мне попались. И самое главное, гнездо с яйцами дракона логова. Но посмотрим, сколько мне в этот раз их
дадут. В прошлый раз мне их было 4. Ух, в этот раз как мне повезло, их тут гораздо больше. Сейчас я вынесу вот эти яйца. Так, вот, уже 5 у меня есть, то есть я 2 дракончика логово получу еще, красавчика, и еще одно яйцо. У меня еще, кстати, на складе одно такое яйцо есть. Вот, а этот дракон бесподобного дракона яйцо. Короче, много новых всяких яиц, и причем, что эти яйца все, ну, как вы понимаете, редкие. Вот у меня скелет дракона, 2 яйца, и вот еще природного дракончика яйцо. Вот, то есть гнездо, предметы... 6 случайных предметов, кстати, высокого уровня, да, получается. И куча яиц, премиальных яиц. Вот он такой вот сундук, наконец-таки мы его увидели. И теперь мы уже собираем, как вы видите, следующий сундук. Уже 2 уровня сундук у нас набран. Видите, у меня уже 110 листиков я собрала. Тут уже Надя уже 94, да, пошли уже собирать ребята. Так что я надеюсь, что все были довольны. А мы с вами встретимся в пятницу на событии о елочках, где можно будет получить классный вот такой вот сказочный снежный шар. Вот за ним-то мы и пойдем в пятницу. Всем до новых встреч. Пока-пока.